Дорогие друзья, у меня для вас супер эксклюзив. Я уверен, что вы прочувствуете этот кайф, как это прочувствовал я и все, кто его, и все, кто это увидел. Дело в том, что на заре карьеры я снимался в сериале «Тронутые» в Санкт-Петербурге. Да, он так назывался, «Тронутые». А мой друг, коллега Тимур Батрудинов снимался тоже в Санкт-Петербурге в сериале, который назывался «Нож в облаках». И вся уникальность этой истории в том, что Тимура, он есть в кадре, но вместо него решили озвучивать его роль другим голосом. То есть другой актер переозвучил полностью его роль. И сейчас, вашему вниманию, предоставляется уникальная совершенно вещь. «Нож в облаках», Тимур Батрудинов, смотрите. Ну, давайте, посмотрели, отчаливайте. Аккуратнее только. Вас сумма не устраивает? Ну, как вы не понимаете, у нас очень строгое начальство. Засекут, голову открутят. Откуда я знаю, может, у вас в сумке бомба? Тройной очистки. Сегодня день рождения моего покойного мужа. Я всех угощаю. Традиция. Это фехтовальный веер. Шаньцзы. Опасная вещь в умелых руках. Там за рулем хозяйка сидела, а рядом мужчина незнакомый. А я не разглядел. А где ваш напарник? Гуляет. В отпуске. Ну и продолжение невероятного сериала «Нож в облаках» с Тимуром Батрудиновым, но не с его голосом, друзья. Смотрим. А ты что здесь делаешь? Ты же вроде у нас в отпуске. Соскучился? А ты чего сияешь, как пятак на асфальте? Да ну тебя. Чего? Давай-давай, колись. Влюбился, что ли? У тебя такие разносолы. Я попробовал чуть-чуть. Хорошо она тебя содержит. Неужто богатенькая? Ну-ка, ну-ка. Из дома кто-нибудь? Почти. Она 19-ю квартиру купить хочет. Ну, ты знаешь того мужика. Какого мужика? Да знаешь, знаешь. Черный Паджеро. Стас, кажется. Ну, которого грохнули на днях. А чего она к тебе ходит? Ну, первый раз пришла место для парковки посмотреть. Да еще про Лендровер. Дочка генерального спрашивала. А дочка ей на кой хрен сдалась? Да мужик ее, похоже, гуляет с этой самой дочкой. И как раз в день убийства навещал ее. А ты откуда знаешь? Я видел мужика и девицу. А она женщина темпераментная. Ждет, когда девица из-за кордона вернется. А там ясное дело... Знаешь что? Пойду я. Да и за рулем я. Так что пока. С каких это пор? Да постой ты! Ха, вот шебутной. Это прекрасно. Это прекрасно. Я предлагаю Тимуру переозвучивать Тимура дальше вот так всегда. Надо найти человека, который его озвучил. Пожалуйста, помогите. Кто озвучивал Тимура в сериале «Нож в облаках»? Если вы живы, отзовитесь.